Дорогие друзья, всем здравствуйте. Сегодня проснулся пораньше, чтобы не пропустить акцию Сэнди плюс скин. И сейчас зашел на аккаунт к другу, хотел ему задонатить. Вот у него нету Сэнди, хотел ему купить и скин, и Сэнди. Но зашел в магазин, увидел фигу. Тут ничего нет, никакой акции у него нету. У него акция с мега ящиком немножко зависла, может чуть-чуть попозже появится. Думаю, ну ладно, это у него что-то с аккаунтом забагалось. Давайте я сейчас зайду на Твинка и покажу, что здесь. Так, секундочку. Смотрите. Кстати, напишите в комментариях сейчас, что у вас за акция в магазине, что у вас за скины. Смотрите. Захожу на Твинка. Думаю, ну все. Все, сейчас я эту акцию разыграю. И, короче, вижу, что здесь вместо Сэнди у нас пляжный брок и летняя Джесси. Друзья, это фейл. Реально, я не предусматривал вариант, что Сэнди может не быть. Я 100% был уверен, что по-любому, ну блин, смысл им разыгрывать скин без леги. Ну камон, ну это же по-любому будут донатить, чтобы купить легу. Но нет. Я, ребята, ошибся. Давайте зайду на твин, на основу. И мы в этом убедимся. Я сейчас вам показал два аккаунта, на которых нету Сэнди. А теперь захожу на аккаунт, где Сэнди есть. И вот он! Вот он, за 30 гемов! За 30 гемов, друзья! Я вчера запилил видос, не пропусти конкурс, поучаствуй, заранее подпишись. И тут такой вот фейл, ребят. Ну что разыгрывать? Скин за 30 гемов, это фиаско, ребята. К сожалению, конкурса не будет. Мне не жалко, я бы разыграл с радостью несколько Сэнди, да и спонсоры на это нашлись. И я думаю, вы тоже немножко обломались в том плане, что, возможно, вы тоже ждали легу. Но серьезно, я не думал, что они просто скин добавят. В итоге, видимо, из-за того, что уже акция на Сэнди была, теперь не стали мешать это и добавили просто скин. Ребятки, печаль, беда, конкурса, скорее всего, не будет. Ну, типа, что мне разыгрывать? Я не знаю, что у вас там в магазинах, я не знаю, что мне разыгрывать, блин, ну серьезно. Короче, такая вот фигня, напишите в комментариях, что у вас в магазине. Вот, ну и, блин, я куплю сейчас себе Сэнди, скин. Но опять же, разыгрывать 30 гемов. Все остается только ждать, ребята, когда появится Сэнди в магазине. Акция по-любому будет, но только когда... Я вам буду должен Сэнди, ребят. Извините, что так получилось. Я правда, я хотел ее разыграть. Я ждал этого конкурса, акцию эту. Но, к сожалению, нас обломали. Ребятки, ставь лайк, подпишись на канал, если хотел бы акцию на Сэнди. Я обязательно разыграю, как только она появится. Но я куплю пока скин. Это печально, это фейл. Рекламная пауза, друзья. Блин, ну почему так? Ну почему, блин, нету Сэнди? Поехали. Ну, типа, знаете, даже тех, у кого есть Сэнди, да, типа, для них, вы скажете, сделать конкурс. Да камон, 30 гемов, это, ну, блин, это 2 доллара, камон, что тут разыгрывать? Разыгрывать, блин, сколько? Ну, там 6 долларов, нету смысла. Разыграть там 20, 100 призовых мест, да я устану всем скидывать, блин, призы. Это, ну, это бред. Поэтому... Разыгрывать скин, естественно, блин. Хотя вот, знаете, вот смотришь. Разницы нету, только цвет и тапочки Спайка. Все. Тут тапочки эльфа, тут тапочки Спайка какие-то. Ну поехали, что, посмотрим. Я не знаю. Короче, ребят, я расстроился, честно, из одного скина. Ну, делать конкурс смысла нету. Я на Сэнди вообще мало играл, поэтому я отличия вот это в атаке сейчас не вижу. Типа, не знаю, она, наверное, до этого красным атаковала, а может и нет. Я на Сэнди вообще реально одну-две катки сыграл, и все, больше после того, когда она вышла, я не гамал. Ну, потому что у меня сейчас твинг без доната, и все время я уделяю ему практически. Так. Поэтому у меня нет времени играть на основе. Но я очень хочу проапать основу. Покупкам, посмотреть, сколько я смогу максимум выжать. Так, а ну сделаем так вот. Ну, блин, дамаж. Фух. Фух, фух, фух. Нормальный урон, нормальный. Так. У меня, кстати, фуловая уже Сэнди. Я сразу ее прокачал на фул. О.
Ну, типа, скин как скин, ничего особенного. Я вам серьезно говорю, типа... Да, прикольно, что-то новенькое. Хотелось бы, конечно, это все разыграть среди вас. А если вот так вот объективно рассуждать, ребят, вот если вот так вот сесть и задуматься, то, по сути, говно. По сути, это говно обычное. Сменили цвет... цвет одежды, да, персонажу. И это выдают за новый скин. Вы посмотрите на нас, новый скин Барли. Это разве новый скин? По сути, опять же, я рад всем обновлениям. Но они говёные. Ну, вот я вот поиграл немножко, да? И типа, что мы, какой итог, вывод можем сделать? Новый режим, ШД плюс баунти. Да, интересно. Новый персонаж, легендарка. Ну... Блин, я хз, такой себе. Ну, ничего особенного в нем нет. Вот Леон был особенным. Вот что-то вот в нем было. В Сэнди что-то вот... Ну, нету какой-то особенности. Что-то Поко какой-то. Смесь Поко с Леоном, еще кого-то. Не знаю, Тары, блин. Я не знаю, кого скрестили с кем, но... Нового персонажа как-то не ввели. По сути, в обнове парочку новых как бы скинов... заиллюстрирован с иллюстрацией новым просто... Даже... Да, какой иллюстрации? Просто новый цвет сделали, да? Типа вот... Обычная Сэнди оригинал розовый. А новый скин? Она такой... Я не знаю... Ну, голубой, да? Или... Блакит. А, ну это же на украинском голубой. Не, ну я хотел сказать не голубой, а... он с таким оттенком... Да не, голубой. Это голубой цвет. Ну, короче. Нового скина нету, ребята. Его не добавили. Это тот же скин, просто под другим цветом. Все. Как-то грустно. Как-то грустно, ребят. А вы бы хотели этот скин себе? Напишите в комментах. Какой вам больше Сэнди нравится? Который вот этот синенький или розовенький? Блин, мне ульта его этого Сэнди не нравится. Вообще беспонтовая какая-то. Если бы вот этом в облаке, в этом песчаной буре какой-то урон бы еще наносилось, да? А, стоп, урон же наносится. Но это с пассивкой, да? С пассивкой. По-моему. Да, урон наносится. Да, я забыл. И снова дуо. Ну, это маленькие кубки просто. Смотри, оп, и добью. Ребят, давайте так, напишите вы в комментариях, как вам вообще вот эта последняя обнова? Она как бы вроде считается самой такой глобальной, да, много чего добавили, что-то изменили. А по сути, как-то вот и все, и я уже всю обнову как бы попробовал, купил. А, вот эта акция за 79 гемов. Да ну я не знаю, смысл, есть смысл разыгрывать? 79 гемов, та фигня какая-то. Не знаю, мне такие конкурсы не в прикол устраивать. Ну, типа, это $5. Я не говорю, что это, типа, всем доступно, да? Может, у кого-то и нет возможности задонатить $5. Ну, это не очень крупная акция, чтобы глобально там делать условия подписку на Инстаграм, на канал, там еще что-то. Типа, это такой, это можно сделать розыгрышем там 5-минутным на стриме. Там, бац, кто хочет поучаствовать, я не знаю, там, репостнуть какую-то запись и все. А записывать отдельное видео с конкурсом на вот эти пляжный скин, да, ну это... Летняя Джесси пляжный скин. Я только сейчас вот это, знаете, вдумался в это. Осенью, да, в конце сентября, когда уже реально... вот, по-моему, в Москве снег я по новостям видел. Когда уже приближается зима, они вводят летние скины. Как это символично, слушайте. Да добавили бы какой-то осенний скин. Кстати, скоро Хэллоуин, по-моему, тоже там должны быть какие-то скины. Но это будут, я думаю, что обнова на Хэллоуин точно будет. И, ну, это однозначно какие-то плюшечки будут в связи с этим праздником. А вот. Но добавлять летние скины осенью достаточно странное решение. Да... Так, песчаная буря, оп-оп-оп-оп. Чик-чик-чик, блин, я так медленно передвигаюсь в этом песке, но это трэш. Мне не нравится ульта Сэнди. Мне не нравится Сэнди, я вам говорю как есть. Ну то есть,
Ну да, какой-то новый персонаж, прикольно. В этом плане, да, ура. А вот сказать бы, что, бля, я так вот это выбил себе Сэнди, и вот на твинка себе безумно его хочу. Да нет, я на твинка больше хочу, наверное, Спайка. До того же Леона больше хочу. Я даже вот могу сейчас легендарки свой субъективный топ составить, да? Вот какие лиги мне больше всего нравятся. На первом месте это будет, ребята, Спайк. На втором месте это будет, скорее всего... Блин, ну я поставил бы Ворона, ну, честно, мне больше Леон нравился, сейчас не знаю. Сейчас, может быть... Не, все-таки Ворон на втором месте. Спайк на первом, Ворон на втором, далее Леон. Хотя, блин, Леон для меня был number one, когда он вышел. Но потом как-то вот мне он разонравился, не знаю, что-то он его слишком легко стали контрить. Да, у него крутой урон, быстрая скорость, он имбалансный, но он мне разонравился, не знаю. Ворон это... Это интересно. Вот, Спайк это вообще, я обожаю Спайка. Мне особенно с новой пассивкой Спайк очень импонирует. Так. В смысле, ты ультанул на эту, на Пэм? О, посмотрим, убьет его, не убьет. Пам. На третьем месте Леон, а на четвертом Сэнди. То есть это для меня худшая легендарка из всех легендарок. Для меня. Я не знаю, как там сейчас топы. Давайте я посмотрю сейчас в топ. У кого какой топ. Так. Так. Список лидеров, бойцы. Глобальный топ. И выберем Сэнди. 1200. Ну да, топ как бы. А ну, Леон. 1300, Ворон. 1000 всего лишь. А Спайк 1300. Ну вот видите, Леон и Спайк, они... Ну вот если брать по топу, ну, больше всего кубков... Апнули на... Ну, Сэнди, видите, лучше Ворона. По трофеям, почему-то. А мне Воробушек больше нравится. У Воробушка ульта херенная, классная, интересно играть. Здесь вообще... Может, я не шарю? Но я говорю, как вот как есть. Мне она не нравится, этот персонаж. Это... Я говорю не с целью, чтобы вас утешить. Да, не парьтесь, не было конкурса, не было. Я просто говорю, как есть. Ну, а так... Конечно, я разыграю, если будет акция на скин, на Сэнди, на Леона. Вот, фу, блядь, на Легу. Я однозначно разыграю, ребят, 100%. Я понимаю, что когда нету вообще там каких-то мифических бойцов, эпических, легендарок, хочется хотя бы любую. Но когда у тебя вот все есть, я вам говорю честно, блин, для меня худшая Лега. Такое себе, не знаю. Нету какой-то особенности. Ульта вообще не нравится. Но я все равно разыграю. Все равно, ребят, ждите. Не знаю. Я расстроился, что не было Сэнди. Ролик получился больше такой разговорно-балабольный. Типа, не знаю, много болтал. Эх. Как-то грустно. Ну ладно, ребят, вы не грустите. Всего хорошего. Увидимся еще чуть позже. Будет еще ролик. Возможно, сегодня, пятница, замучу стрим. До новых встреч. Пока.